Здравствуйте, друзья! А сегодня у нас тест о старых профессиях или старинных профессиях, которые были когда-то на Руси. Итак, золотарь – это А. ювелир, Б. мастер, покрывающий позолотой иконы, посуду и так далее, В. ассенизатор. И правильный ответ – это ассенизатор. Действительно, была такая профессия – золотарь, который ездил с бочкой и собирал ночью фекалии, ночное золото, как шутили в то время. А мы идем дальше. Целовальник – это кто? А. Государственный служащий, ответственный за сбор налогов. Б. Актер, играющий пикантные сцены в театре. В. Молодой повеса, нанимаемый, чтобы скомпрометировать особу женского пола. И правильный ответ. Целовальники – это государственные служащие, которые отвечали за сбор налогов и выполнение судебных решений. На эту должность выбирали всем миром, как говорится, самых достойных, самых лучших. И когда человек принимал присягу, целовал крест и клялся служить верно и честно. Отсюда и название пошло – целовальник. Чем занимались ломовики? А. Вышибала в кабаке. Б. Вскрытие сейфов и замков. В. Перевозка груза. Конечно же, это перевозка груза, грузоперевозка типа грузового такси на лошадях-тяжеловозах. Помните, ломовая лошадь еще говорили. Жгон-каталь. Что за профессия? А. Профессиональный игрок в карты. Б. Валяльщик валенок. В. Перевозчик багажа на вокзалах. И правильный ответ – это валяльщик валенок. Жгоны ходили из деревни в деревню и валяли валенки из местного сырья. Плевальщик – кто такой? А. Сеятель овощных культур. Б. Люди, дающие ложные показания в суде. В. Чиновник, выполняющий работу, игнорируя закон. И правильный ответ – это сеятели овощных культур, одна из почетных и высокооплачиваемых профессий. В основном так сеяли репу, потому что семена очень мелкие, и чтобы правильно и равномерно посадить, набирали в рот и просто выплевывали. Это нужна была очень определенная сноровка. Денщик. Солдат, состоявший при офицере в качестве прислуги. Портовой грузчик. Урядник. Конечно, это солдат, стоявший при офицере в качестве прислуги. Афеня. Деревенский учитель, пастух, пасущий домашнюю птицу, странствующий по деревням торговец мелочами. И правильный ответ – странствующий по деревням торговцам мелочами, коробейники или афени их называли. Шорник. Специалист по изготовлению конской упряжи. Портной, который шьет шторы. Портной, который шьет шорты.
И правильный ответ – это специалист по изготовлению конской упряжи. Ловчий. Кто такой? Птицелов. Организатор охоты. Полицейский. И правильный ответ – это организатор охоты. Челядник. Староста общины. Торговец мелким товаром. Ремесленник у цехового мастера. Правильный ответ – ремесленник у цехового мастера. Вот наш тест закончился. Поздравляю всех, кто его прошел правильно. Заходите почаще, давайте умничать вместе. Пока-пока.